Добрый день, Юра Сколов, меня зовут, бригадир одной из бригад Colors of House компании. Работаем, несколько домов уже построили с этой компанией. Что понравилось? Понравилось. По деньгам вопросов нет. Основное, вся техническая документация, отлично все составлено. Проектировщик, кстати, вот этот, мне очень понравился. Он лучше всех знает все. У него все четко, он все знает. Как и что. Любой вопрос, как бы, возникающий, сразу объясняется. То есть мне, в принципе, мне все понятно. Но так как я давно работаю там с технической документацией, мне это не сложно. Сложности, если бригада не очень квалифицирована, они по-любому возникнут. Они в любом случае возникнут, потому что технадзор, бригадиры толковые, как бы, ну, брак точно не прокатит. Прорабы, наверное. Прорабы. Брак точно не прокатит. То есть, если люди хотят работать, нормально зарабатывать, все объяснят, все покажут. Все расскажут. Кто хочет научиться, научится. Кто умеет уже работать, ничего не надо там уже. Конкретно, давай, вот что тебе прям нравится в работе, вот конкретно? В работе я вообще, я очень люблю строить. Я строю уже лет 25, наверное, строю. Я вырос с молотком и с бензопилой, наверное. Да, не, я серьезно, я больше... С торцовкой. С торцовкой это потом. Это потом, когда мы начинали, еще никаких торцовок еще не было, понимаешь? Работали бензопилами, потом перешли на торцовки, когда... Начали строить каркасные дома, перешли уже на торцовочный инструмент. Конечно, более дорогой, все это подороже стало. Инструмент купить, вот сейчас хочу на еще кое-что там дополнить. Нет. Кто любит строить, тот меня поймет. Директор нормальный, офигенный человек. Технический директор, хороший, прорабы. Ну, бывают у нас споры всегда, но это без этого стройки не бывает. Давай тогда, что тебе не понравилось в работе, только честно. Не понравилось в работе? Это даже сказать не то, что не понравилось в работе, это просто немножко работу усложняет, это технадзор. Потому что все равно взгляд, допустим, у него в чем-то отличается. У каждого все равно будет разное видение. Отделочные, да, работы, понимаешь, там обналичку как сделать. Один сделает так, другой сделает по-другому. Дело в том, что мы все равно приходим к какому-то общему. Нет такого, что, понимаешь, вот я сказал и все, и ты там, ну, просто... Они слушают, мы разговариваем, мы нормально обсуждаем. Это нормально, то есть нет такого, что там ты дурак, а я начальник. Такого нет. Хотелось бы. Какие-то бытовые условия, возможно, там, ну, чуть получше. А что по бытовым условиям, что получше? Ну, по бытовым условиям в плане и бытовок, там, допустим, и спальных принадлежностей, возможно. Ну, прям конкретно, то есть чего не хватает? Вроде бытовки там нормальные, теплые. Ну, бытовки просторные. Но по зиме они очень холодные. Холодные по зиме, да? Это приходится все дорабатывать. Это, ну, просто лишнее время. Но мы уже давно в этой теме, и как бы нас это... Не пугают эти какие-то. Ну, я, например, даже не знал, никто не жаловался. Но, например, да, если, ну, мы здесь живем, да, в Подмосковье, нам это проще, вот это, ну, в плане логистики. А если ты приезжаешь откуда-то из другого города, тебе кажется сложнее обустроиться, просто вот эти моменты. Я понял. По расходникам вообще все классно. Все, что нужно, все привозится и нормально. По материалам тоже. А если вы сами что-то докупаете, вам это компенсирует? А мы сами, мы ничего не докупаем. У меня есть стандартный набор, все переноски полностью. Ну вот у меня все свое, да? Угу. У меня полностью все свое. Только вот какая-то мелочевка. То есть у нас свои чайники, там свои плитки, у нас все свое. Но если что-то надо, прорабы привозят и вообще тоже без проблем. По материалу тоже, ну, я заказываю. Мне уже там в этот же день даже бывает уже привозят материал. Угу. Это редко бывает. Обычно ты заказываешь там и дня 4 ждешь. Тут мне нравится. Другим бригадам что рекомендуешь по работе с нами? 100% рекомендую. Я понял. Спасибо. Просто бывали там, ну, читал тоже там пару отзывов, вот там что-то не понравилось. Но кто хочет работать, эти все вопросы нерешаемые. Угу. Нерешаемых вопросов с этой компанией я не видел. То есть, ну, бывает просто там, как это сказать, бывает просто очень сложная компания. Ну, мне кажется, это не про нас. Не про вас. У вас нормально все вообще. Спасибо тебе большое. Да, пожалуйста. Давай.